Да, вот так и проходит вечер в лесу, вблизи карьера у Избаленкина. Всем привет! Я сейчас жарю носки с сосиской. Ботинки в закуску потом пойдут тоже. Они еще не скоро будут готовы, поэтому я предлагаю выпить. Паха, наливай. Посмотрите, какой босяк здесь в лесу. А так вообще это полезно. Это полезно, реально, это полезно, это приятно. Вы не думаете, что это холодно, это охуительно. Просто, бля, это вот как ребенок себя чувствуешь, когда он походит по снегу голыми пятками. Так отдельно вообще. Так, офигенно. Рекомендую всем попробовать. От этого не заболеешь, потому что снег — это структурированная вода, бля. Рекомендую. Вот такие дела. Человек находится не под веществами и в легком алкогольном опьянении. Да, я абсолютно адекватен.